Хоккейный клуб «Трактор» завершил сезон в КХЛ. Черно-белые уступили в первой серии плей-офф команде из Казахстана. Как оценивают игру челябинцев эксперты и в чем видят причины поражения? Мнение выслушала Эльвира Исмагилова. Решающую шайбу ворота черно-белых забивает Дастин Бойд. Казахстанские болельщики ликуют. Для «Трактора» же этот гол знаменует завершение сезона в КХЛ. Челябинцы уступили «Борысу» в серии плей-офф и прекращают борьбу за Кубок Гагарина. Результат неудовлетворительный. Вот надеялись, как бы, я считаю, по силам было пройти эту команду. Вот, но, опять же, проблема сезона, она и в плей-офф не получилось ее, как бы, закрыть. Это реализация моментов и игра в большинстве. Вот. Но, тем не менее, вот, как бы, ребята на каждую игру выходили, сражались. Объяснить поражение «Трактора» в плей-офф сейчас пытается не только тренерский штаб, но и эксперты. Перед серией они заявляли, у черно-белых есть шанс выйти в полуфинал. Предсказания не сбылись. Одна из причин — в команде «Бориса» хороший подбор результативных легионеров. Тройка форвардов — Бойд, Доус, Баченский, еще один нападающий — Мартин Сен-Пьер и пара защитников — Далман Баркер, забросивший на шестерых 87 шайб в 60 матчах регулярного чемпионата. А третий игроков атаки «Трактора» — вчерашние юниоры. Так, если сопоставить составы, то все-таки у нас опытных игроков-то, которые играли такие бойцами в плей-офф, по пальцам пересчитать. Это, наверное, и Куценя, Кольцов Кирилл. Поэтому, в общем-то, таких бойцов, которых, ну, людей, которые бы повели за собой, нужно немножечко побольше. Кроме того, эксперты уверены, главный тренер челябинских хоккеистов Анвар Гатиатуллин, который провел первый полноценный сезон в качестве наставника клуба КХЛ, все же новичок в плей-офф. Мнение экспертов поддерживают и болельщики «Трактора», те самые, что даже на выездах сопровождали команду. Для Анвара Гатиатуллина это был первый полный сезон, ему, наверное, не хватило опыта именно кубковых боев таких вот именно в КХЛ. То есть то, что он там играл с молодежной лигой, с молодежной командой, это одно, а то, что биться с сильнейшими игроками в этой лиге, скажем, сирийской командой, это немножко другое. Тем не менее, этот сезон для «Трактора» был уже успешнее предыдущего. Регулярный чемпионат черно-белые закончили на четвертом месте в турнирной таблице «Востока». В прошлом году челябинцы даже в плей-офф не попали. Четвертое место — очень серьезный результат. Я думаю, что вот именно регулярка может быть удовлетворена вполне. Один из самых стабильных клубов лиги – это «Трактор». Во-первых, и финансирование достойное, и нормальное, и молодежи очень много хорошей. Уже сейчас команда начала серьезную работу по подготовке к новому сезону, а «Борыс» в полуфинале Кубка Гагарина сразится с другой южноуральской командой «Металлургом». Соперники встретятся уже в четверг. Эксперты высоко оценивают шансы «Столиваров». Магнитогорцы все-таки дважды обладатели заветного Кубка Гагарина. Эльвира Исмагилова, Евгений Молчанов, ОТВ.